Сегодня я хочу провести видеообзор на пластилиновые танки, которые я делаю для проведения в одном арт-проекте, который называется «Нановойны». Этот проект заключается в том, то, что мы, ну, два оппонента делают свою армию, из пластилина лепят всяческие танки, бронетранспортеры, машины, артиллерийские установки, на которые устанавливаются разнообразные орудия, которые я в дальнейшем вам покажу. И уничтожается таким образом техника противника друг друга. Сегодня я хочу продемонстрировать вам то, что я начал лепить свой один из тяжелых заводов, который будет вооружен танками объект 430, это еще рабочее название, на которое будут установлены два вида оружия, которые я вам в дальнейшем покажу. Это будет огнестрельная пушка и шприц с бензином, которым поливается танк противника и поджигается. На данный момент сделан корпус из пластилина. Длиной он 15 сантиметров, высотой 2,5 сантиметров, толщина бронеплит 7 миллиметров. Это будет построено всего 3 экземпляра. На них все стоят как бы заводские номера. Следующий этап строительства будет ходовая часть. Думаю сделать ходовую часть подвижную с гусеницами. В дальнейшем вам покажу, как это все будет выглядеть. Если, конечно, не получится, то прибегну к старому методу, который уже давно у нас использовался в 4 нановойнах, пока тоже не буду про него ничего рассказывать. В дальнейшем видео покажу. Ну вот и, в принципе, все, что хотел рассказать в этом видеообзоре. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И тогда будет еще много интересных других видео по тому, как сделать пластилиновую армию и как провести этот арт-проект.